Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как сделать оберег от черной полосы? У каждого из нас бывают периоды неудач. В такие моменты сложно собраться силами и изменить ситуацию в свою пользу. Чтобы не попасть в такую ситуацию, стоит заранее позаботиться об этом. Чтобы защититься от полосы неудачи в новом лунном месяце, я рекомендую сделать оберег от разного рода проблем. Семейных, любовных, денежных, рабочих. Такая защита необходима каждому, кто хочет чувствовать себя спокойно. 8 мая в среду нужно купить в специальной лавке небольшую горсть горошка черного перца, а также купить свежий укроп. И эти два компонента с древности были известны своими сильными защитными свойствами и помогали уберечься от негативного воздействия со стороны других людей, так и от собственных ошибок неразумного выбора. Перед тем, как приступить к практике, возьмите небольшой мешочек, сшейте его своими руками. Ткань для мешочка должна быть натуральной. Если вдруг у вас нет такой возможности, то обязательно купите. Без рисунков, белый, красный или желтого цвета. Возьмите перец, наполните им мешочек, туда же положите несколько веточек свежего укропа. Завяжите мешочек, потрясите, перемешивая его содержимое. При этом говорите: «Моя защита, мой славный оберег, храни меня». Здесь нужно проговорить свое имя от череды бед. «Береги меня от зла, пусть с помощью твоею течет благоприятно жизнь моя, истина». Сказать нужно 3 раза. Мешочек нужно повесить в своей спальне, можно над кроватью. Можно положить под подушку или под матрас. Также можно положить его в свои личные вещи, но так, чтобы всегда был на виду. Нельзя рассказывать никому о его значении, потому что талисман на тонком уровне связан с личной энергетикой своего владельца, принадлежит и относится исключительно к одному человеку. И не сомневайтесь, пока оберег рядом с вами, в вашей жизни будет спокойствие и баланс.